Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанка в Америке. Сегодня у нас среда. Ой, какое ж число! 12 апреля у нас сегодня. И смотрите, какая у нас замечательная погода. Но она замечательная, друзья, но и немножко такая, как бы, страшная. Потому что 12 апреля, смотрите, у нас нету ни одного листика. Вот только травка зеленая. И то не во всех местах она. А температура у нас, смотрите, какая, 81 по Фаренгейту. Это очень-очень жарко, друзья. Такая температура у нас летом. Май, июнь, июль, вот такие. Ну, 90 уже там есть, 95, 1. Ну, чтобы вот в апреле была такая температура, когда еще даже цветочки не цветут никакие, то это очень, как бы, пугает, потому что, чтобы не было никакой бури, никакого урагана и сильный ветер очень сегодня. И через 2 дня синоптики передают, что будет снег. Вы представляете, если ж будет снег, температура сразу упадет. И, как всегда, я боюсь, чтобы не было никакого урагана, никаких торнадо, никакой бури, никакого шторма. Ну, было бы, допустим, там 50, 60, и то уже тепло. Но чтобы 81. Ну, надеемся, все будет хорошо. Люди в магазинах. Я еду, друзья, с работы. Работаем мы с подружкой вместе. Заезжали в магазин. Заезжали в Костко. И люди уже в магазине ходят в майках и в шортах. И в шлепах. Там шлепанцы или как, тапочки. Без штанов, без колготок, там как, ну, просто потому, что очень-очень тепло. Один день тепло, и сразу все. Можно ехать уже на озеро загорать. Но я думаю, что там будет, конечно, еще прохладненько. И, конечно же, ветер дует. Муж мой, сейчас приеду домой и покажу, друзья, вам террасу. У нас там идет процесс. А многие, я вчера выставила видео, где я расставляла мебли на террасу. Друзья, это терраса с другой стороны. Не с парадной стороны дома, а с другой. И все многие подумали, что это новая терраса. И пишут, ой, какая красивая терраса получилась. А некоторые пишут, а что же вы не показали нормально новую террасу? То, друзья, их у нас будет 2. Когда мы купили этот дом, то сзади дома была вот та, что вчера я показывала. Спереди дома там не было. У нас был такой маленький порог, такой деревянный. И он уже поломался, он же состарился. И был такой уже в аварийном состоянии. И мы решили сделать такую террасу. Сначала думали маленькую, а потом решили на длину дома. И оно так будет красивей и будет где посидеть. Так что террасы у нас 2, с двух сторон дома. То муж уже ставит перила, столбики вчера уже закончил, а уже сегодня ставит перила. То сейчас приедем и посмотрим, что там. У нас уже 3:17 дня, то я думаю, уже какой-то обзорчик будет. Самой тоже интересно. Вот смотрите, у нас поля еще просто серые. Ничего. Зеленые только сосны. А так ничего. И ветер так дует, прям машину сносит. Костка не было никаких скидок, ну там какие-то ветровочки по 8 долларов, так, то я как бы и не снимала, не показывала. Купила помидоры,
И авокадо купила в салат. Что-то не знаю, у меня вот весна, ну, у нас постоянно, круглый год у нас фрукты и овощи свежие. Вы это видите. И зимой, и летом одним цветом. А именно сейчас, что-то мне так хочется салатов, я не знаю, что-то так тянет на салаты. Капуста, помидоры, огурцы. Ну, то... Вчера Марика покупала помидоры, там уже ну, конечно, она чуть-чуть купила их. Думала, что будет достаточно. Я сегодня снова прикупила. Снова. И приеду сейчас, буду делать салатик. Очень вкусный салатик, друзья. Это так мы сами себе. Помидоры, огурцы и тунец. Воду слить. И добавляем туда тунец. И можно, ну, уже заправляешь чем хочешь. Мы заправляем соусом таким ренчо. Такой белый. Я показываю. И очень вкусный салатик получается. Тунец дает такой приятный привкус. Конечно, кто любит. А, и еще авокадо добавляю, да. Огород еще не сажаем, ничего еще не делаем, потому что еще будет у нас снежок. Ну, может быть, что-то переменится, то... Но навряд ли, как-то всегда вгадывают, всегда как есть, так как напишут, как скажут, так и есть. Подожди, дядька, подожди, я проеду. Или тетка. Здесь очень опасный тот такой поворот, там, где или перекресток, где она выезжала. Там плохо видно, я выезжаю из-за поворота, и меня не видно. Нужно быть очень внимательным. Вот это место летом и осенью очень красиво. Вот именно здесь все такое зеленое, такая красота. А сейчас вот просто все серое. Приехала я уже домой. Слышите, какой ветер у нас? Это он убирает заборчик. Здесь такой был просто для красоты. И вот с этого угла забора, вот отсюда и до того клена будет тоже такой просто такой вот коричневый забор, чтобы не так ветер дул. Ну, так он захотел сделать такой уголочек. Так, а мы едем, посмотрим террасу. Уже он... как красивенько! Так, как и было, так, как и нужно. Вы только посмотрите, как классно. Ух ты! Насколько красивее дом стал. Дождалась. Ура! Вот так будет. И здесь вот будет заливаться такая дорожка. Там будут ступеньки, там будет заход. Как классненько. Наконец-то. И оно красиво тем, что оно белое. Ух, какой же ветер. А и одна штучка у нас получилась бракованная, друзья. Ее нужно сдать. Поменять. Не бракованная, видно при перевозке, смотрите. Такая просто разломалась. То нужно поменять. Ой, как классно. Ну, конечно, чтобы еще ветра не было. Все замечательно. Стульчики поставить здесь, столик. Будем еще
закрывать. Вот такая белая досточка какая-то там будет. Оно будет все закрыто. Это сирень. Она спускается, видите, там немножечко так. И это деревце у нас. Сначала котики, а затем листики будут. Красота. Да, классно тоже. Супер. А еще ступеньки, то будет красивей. Вот купила себе я сегодня, друзья, такую маленькую штучку у меня есть. Большая, но она дома, а в дорогу нужно с собой вот такую я взяла. Такое дорогое, $45. Сюда наливается вода. Вот так работает. И тапочки себе, шлепы. Взяла такие 25. Костка. Лёгенькие, хорошие такие. Помидорочки. И все. А, и авокадо. Мягкие были, хорошие. Это всегда такие твердые. Это мягкие. Да. Верюля? Он может сидеть так, как пушек. Как резиновый сгибается вот наш Мирулька. Еще покажу, как будет с улицы, ой, с дома, когда уже сидит вот подруженька. Ой-ой-ой, вырывает просто дверь. Просто вырывает. Вот какая терраска будет. Уже есть. Всем спасибо, друзья, и всем пока-пока.